тренируется, так самышева, как я уже говорил, у Светланы Веретенниковой. И Алексея Мишина. Вот какая молодчина. Елизавета Токтамышева. И первый прокат, который был выполнен чисто, был исполнен как раз Елизаветой. Здорово. Не мудрено, что в этом сезоне она выигрывала турниров, пусть и юниорских, пусть и среди сверстниц. Ну так, а среди кого еще выигрывает, что называется? Сделал два тройных тулупа. Отлично справилась с Луцем. И каталась с великолепным настроением в своей короткой программе. Смотрите, как точно исполняет все хореографические задумки тренеров.